А что такое рынок-то вообще? Это бесструктурный способ, когда люди делают то, что надо. Получается, что рынок – это бесструктурный способ управления, когда на массу людей оказывается такое информационное воздействие, когда они все будут работать на достижение выставленных целей. Это должно быть так. То есть, вообще говоря, по уму-то, по уму, и о чем мы говорим в концепции общественной безопасности, рынок – это классный способ, который позволяет реализовывать все возможности людей. Но надо эти возможности организовать, направить на достижение определенных целей.